Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, а также оставляйте запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Пропавший во время погружения к Титанику батискаф. Батискаф, совершавший погружение под контролем корабля обеспечения «Полярный принц», перестал выходить на связь в воскресенье 18 июня, спустя 1 час 45 минут после погружения. На борту было 5 человек, а также известные бизнесмены. Посмотрела число фату нумерологически. Очень рискованный, опасный день. Сейчас посмотрю, в каких энергиях находятся люди. На сегодняшний день в каких энергиях находятся люди? Что же все-таки произошло? Причина. Почему они перестали выходить на связь? Так, давайте посмотрим. Так. Ну, они практически уже не двигаются, вот то, что я вижу. Но, скорее всего, здесь идет экономия кислорода. Эмоционально, конечно, неустойчивым. В таком состоянии. Так. Но вы знаете, вот пока я на данный момент вижу их живыми. Я их вижу живыми. Но все очень печально. Ну, конечно. Для них самое главное, они сейчас находятся в состоянии паники и страха, что их не найдут. Что все-таки там произошло? Вы знаете, идет какое-то разногласие. Даже, возможно, допущена какая-то фатовая ошибка. Именно при погружении. Потому что туз кубка в перевернутом положении, это, знаете, когда, ну, сам Господь Бог, как говорится, отворачивается. И тройка кубков говорит о том, что вот произошло разногласие между людьми в партнерских взаимоотношениях. Ну да, допущена какая-то ошибка. Хорошо. А причина? По какой причине? По какой причине была допущена ошибка? Причина. Идет какая-то, вы знаете, могу так сказать. Идет какая-то согласованность. Согласованность в чем? Ну, у меня такое ощущение, что заговор против этих людей, которые погрузились. А здесь вмешивается третья сторона. Так, что за заговор? Заговор. Невозможность. Ну, знаете, вот у меня идет такая информация, как будто вот что-то как-то спланировано было кем-то. Так, хорошо. На данный момент информация. Найдут людей живыми? Десятка мечей. Найдут их вот в течение этих суток? То, что есть. Вы знаете, когда у нас в прямом положении эта карта стагнации, в перевернутом, но это слабый выход. Но, опять-таки, шансы очень маленькие на то, что их найдут живыми. Так, что произошло внутри батискафа? Какая была допущена ошибка? Так, карта ресурсная.
карта туз пентаклей всегда говорит о чем-то материальном. Так, это была какая-то поломка? Нет, это не была реальная поломка. Это что-то внутри именно экипажа происходило. Вообще уже какая-то была изначально тревожность. Дальше. Отсутствие правильного действия. Что-то было, какое-то было промедление. По всей видимости, кто управлял батискафом, допустил ошибку. Так, в итоге прояснится эта ситуация? Так, давайте так. Батискаф все-таки найдут? Прояснится эта ситуация? В чем все-таки, что там произошло? Вы знаете, его очень тяжело поднять на поверхность будет. И вообще то, что вижу, как будто много будет чего засекречено. Работа спасателей. Как проводится работа спасателей? Сейчас посмотрю. Работа спасателей. Как проводится? Девятка кубков. Шестерка пентаклей. И шестерка жезлов. А вот вы знаете, так, что есть в этой карте? Сейчас скажу, в чем мои сомнения. Опять идут какие-то разногласия. И четверка мечей. Во-первых, спасатели. Здесь, знаете, как сказать, не вовремя что-то могли сделать, опять-таки. Они должны были обратиться еще кому-то за помощью. Они этого не сделали. То есть своими силами это тяжело. Тяжело это поднять на поверхность. Вообще тяжело найти изначально этот батискаф. Они должны были еще кому-то обратиться за помощью. Они этого не сделали. И сейчас, по данной вот этой информации, все надежды у них растаяли. Знаете, то, что их вообще найдут живыми. То, что батискаф найдут рано или поздно, это да. Но много чего там будет засекречено. Но все равно по верховной жрице выйдет все на поверхность и прольется свет. В чем была проблема? Очень много будет разговоров, очень много будет дискуссий и обсуждений по этому поводу. И все равно одна из версий будет, что это что-то было подстроено. Если к данному раскладу у вас есть комментарии, свое мнение, пишите. Берегите себя, берегите своих детей. Всего вам доброго.